Всем привет, приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет». Рассмотрим серию монет выдающейся личности Украины с медно-никелевого сплава. Монета «Любомир Гузар» 2 гривны 2018 года. Описание и стоимость монеты. Посвящена одному из духовных лидеров нашего народа, патриарху Любомиру Гузару, которого называют «совестью нации». Любомир Гузар родился во Львове, но в 1944 году его семья вынуждена была эмигрировать за границу. Он учился и работал в Австрии, США, Италии, а на родину вернулся после провозглашения независимости Украины. В 2001 году возглавил Украинскую греко-католическую церковь. Благодаря Любомиру Гузару было принято решение о переносе престола в Киев и строительство Патриаршего собора Воскресения Христова. В 2011 году Любомир Гузар покинул пост главы Украинской греко-католической церкви, но до конца жизни активно занимался общественной деятельностью. На аверсе монеты размещены Патриарший собор Воскресения Христова Н. Киев, на зеркальном фоне стилизованного крестообразного лучи, внизу – малый государственный герб Украины, справа от которого надписи «Украина». 2 гривны 2018, логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, на зеркальном фоне, слева от собора. На реверсе монеты изображен портрет Любомира Гузара, слева от которого годы его жизни 1933-2017 и по кругу размещены надписи «Патриарх Любомир Гузар», вверху «Моя мечта – быть человеком», внизу. Рыночная цена на 15 мая 2020 года монеты $3 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Удачи всем!